Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, ждет вас все снова дядюшка за Black Falcon. И сегодня смотрю бой, который состоится 6 июля, а именно бой между Гилберто Мелендесом и Арнольдом Алленом. Сейчас, на мой взгляд, 65 на 35 позже Аллена, и я думаю, он одержит победу решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого боя, кто по вашему мнению победит и как. Поедем за поним на 3 раунда. Что ж, поехали. Сейчас у нас быстренько загрузится. Люси быстро грузится. И это радует. Что ж, и мы начинаем. И первым в сторону выходит Арнольд, всемогущий Аллен, 15 боев, 14 побед, 5 нокаутом и 4 боевым приемом, и одно положение. Видимо, парень все-таки не такой всемогущий, как о себе говорит. This guy is amongst one of the most elusive fighters as far as his defense is concerned. Extremely difficult to hit. А вот и появляется его оппонент. Гилберт. Малыш Мелендес. 29 боев, 22 победы, 12 нокаутов и 7 положений. Что ж, ставьте ваши ставки. Gilbert Melendez, the former Strikeforce lightweight champion, is one of the elite at 155 pounds. He has outstanding cardio, devastating knockout power, excellent wrestling, and success over top-notch fighters. Melendez, what's the guy at Publico? Тож, Мелендес вставился, вышел на 2 сантиметра, и ошмах рук у него на 7 сантиметров больше. Элефи на сегодня Херф Дин. Что ж, первый раунд начали. Повлежно в другу большие. Попадает Аллен. Что ж, активно начинает бой в спауне. Сейчас взяли паузу большие. Паузу туда от Мелендеса неудачно. Попадает Аллен. Пускай Арнольд. Сейчас пока что интересный бой проходит. Пропускает Арнольд. И сразу же отвечает Арнольд. Но пока же будет проходить с небольшим преимуществом Мелендеса. Не удалось получить тейкдаун ветерану.
Клинч. Gets the Muay Thai clinch. Close quarters for one. Come here. These guys are going at it here right away. Trying to get to go Allen. Oh, come here. Nice right hand. Just barely missed with that knee. Blocks that kick to the body, Joe. Well done. Left Melendez. Не плохо, спал Аллен. Осмен, тейкдаун от Мелендеша, и он успешен. Так, бой походит в полтеле пока что. Кижок хочет Аллену. Что ж, перевернул его сейчас. А он ноет. Это было довольно неожиданно. Забивает спину Мелендеш. В тяжелом положении находится Всемогущий. Just over 2 minutes to go in the round. He moves to full guard here. No, no, no. Мелендеш. И опять пинал от него Аллен. Не дает жевать спину. Пытался сделать пинал от Мелендеш. Понимаешь, Аллен, и бой продолжится в штольк. Восьмиан. Мимо. Опять обменялись. Да. По ноге побил Аллен. Блэк, Мелендеш. Не показывайте вам, что это лучше своего оппонента. Снова попадает Мелендеш. То есть не проект наш от Аллена, тейкдаун от Мелендеша, неудачный. Мимо. Да, не убил. Что ж, первый раунд завершен, и он же малышом. 10-9 позже Мелендеш. Нам показывают лучшие моменты. Brazil's Jenny Andrade in the building here. Тож, и у нас второй раунд. Опять придется друг друга пауне. И бой продолжен. Лэд Аллен. Снова да, Авнор. И вот паузу большую. Выдает Мелендеш.
пока что ветеран смотрит повыше своего визави, восемья. Но этот раунд очень осторожно больше. Well, he's landed some excellent shots in this fight tonight, but more often than not, it has been one and done. So the emphasis now moving forward. Alan. Combinations. Throw your punches and punches. Take down at Melendez, and он успешен. We got tagged there. Looking to pass. He lands a big shot from the bottom. Даже не выгодно ситуацию сейчас. Арлен, конечно, но пытается он ничего не дать сделать Мелендешу. И, похоже, больше сейчас продолжится в столике. Хотя Арлен очень не хотел уже вставать. Печенгую Гилберт. Мимо. Тейкдаун. И не удалось сделать Мелендешу тейкдаун. Забивает спину Аллен. И решает поднять в штольку. Башок от Мелендеша. Хейл лук. Повышает Аллен. Не дает сменить позицию ему Мелендеш. Пул маунт. Аллен пока сейчас пытается выжить. Не позволяет перевести бой в столику ему Мелендеш. Бой, к счастью, бой проходит в полтель. Все-таки удается подняться Аллену. И бой пошел в столик. И первый нокдаун. Отвечает Аллен. Пошла рубка. Второй нокдаун. Удалось выжить Аллена, короче. Но посмотрим, придется ли он этот раунд. Чуть больше минуты здесь у Мелендеша. А почему же и малыш? Интереснейший бой. Интрига лезть. Поражен Аллен. Да, он ноет. Just misses with the right. 20 seconds to go round two. А ты один нокдаун. Аллен. А как же Мелендеш на полу. 10 seconds to go here. Let's see what happens. Но вам все-таки за ветераном. На один нокдаун у него было больше. 20-18 позже Мелендеш. Все лучше третий раунд. Что мне кажется, что решение мы все-таки не увидим. Бой пошел уже в рубку. Нам показывают лучшие моменты. Так,
several near fight ending moments in that round. Lots of action. Brittany Palmer in the building. Что ж, финальный раунд, поляки. И опять попадешься, что друг друга большие, я уже заговариваюсь. Очень осторожно они. Понимают, чем может закончиться любая ошибка. Пропускает Мелендес. Да, Мелендес. Пока что очень осторожны оба. Тоже дал от Аллена. Подавил его Мелендес. Апперкот, и это все. Нокаут. Атакует Мелендес. I'm not even sure the opponent wholly saw it coming, and before he could recover, the referee was in to stop the fight. Даже не потребовалось его добивать. For that fighter here tonight. Let's take a look at it again from a different angle. Look at the power in this right hand as it lands. Picture perfect for the knockout. And let's see if we can get a better look at that from another angle. So there he is as the celebration continues. A huge knockout for him here tonight. That could hold up as one of the better knockouts of the year. All right, we go back inside the octagon to the... Поведен нокаутом в третьем раунде. Одерживает Гиво Белвот, малыш Мелендес. Так, сейчас чисто глянем статистику уже, и на этом завершим. Мелендес попал 100 ударов из 225, Аллен 117 из 207. У Мелендеса 39 из 111 по сильным ударам, у его оппонента 48 из 99. Нокдауны 2-1 в пользу Мелендеса. 3 из 6 было тейкдаунов у Мелендеса. Контроль 2 минуты 19 секунд контроля боя Мелендес. 32 секунды Аллен. По раундам. Первый. По ударам 53-53. По сильным 18-24. Тейкдаун 1 из 3. Контроль 52 секунды против 25. Нокдаунов не было. Раунд номер 2. По ударам 38-56. По сильным 17-22. Нокдаун 2-1, тейкдаун 2 из 3, контроль минута 26 против 6 секунд. И финальный раунд, полдаун 9-8, по сильным 4-2. У всех шури счет был 20-18 в пользу Мелендес. Что ж, на этом все, будем ждать боя. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До школы!